Добрый день, 13.06 в нашем городе. Меня зовут Владимир Сметанин. Чье же особое мнение мы сегодня услышим? Это особое мнение Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы, руководителя регионального отделения политической партии «Коммунисты России». Николай, день добрый. Добрый день. Слушайте, чем коммунисты России живут в последнее время? Я слежу за страничками в интернете наших региональных отделений, всероссийских политических партий, ЛДПР там свои темы ведут, коммунисты, КПРФ, я имею в виду, «Единая Россия». А что-то вот по части партии, которую вы возглавляете, как-то затишье какое-то, не знаю, или просто забываете новости выкладывать своевременно. Что, что происходит? Движуха-то какая-то есть у коммунистов в России? Вот это, наверное, ближе к теме, да, о том, что не успеваем выкладывать, не успеваем выкладывать новости, участвуем во многих выборных кампаниях. Я имею в виду, что не только в Кировской области. В этом году довелось побывать в Ульяновской области, поучаствовать там в выборной кампании. Вы имеете в виду единый день голосования 9 сентября? Ну, сентября. Хорошо, давайте об этом поговорим. Да. Как кандидат, потому что все-таки являюсь депутатом, а как руководитель штаба, ну, представитель и так далее партии в регионе. Хотя, конечно, там у них есть местное отделение хорошее, но всегда какие-то мысли есть со стороны. И когда смотришь на это немножко взгляд со стороны, он всегда дает небольшую, ну, то есть разницу во мнениях, разницу в картине. И мне достаточно интересный был опыт данного региона, потому что регион достаточно похож на Кировскую область, неплохо, потому что, ну, у нас бюджет там 47-46 миллиардов. В этом году за 50, ну, в следующем. В следующем, да, году. Угу. Ну, я имею в виду, например, по текущему году смотрим, угу, да. А у них на 10 миллиардов побольше, то есть это не такая большая разница. Численность населения, ну, Ульяновска на 100 тысяч больше, чем Кирова. То есть тоже где-то вот в таких же пропорциональных соотношениях. Можно сравнивать, да? Да, можно сравнивать и область. Хотя там был такой ажиотаж, что создан, что там они живут очень плохо. Ну, то есть я сравниваю с нами, скажу, что на одном примерно уровне, то есть такого, что там у них люди голодают. Ну, это еще вопрос психологии, конечно. Да, но стакан наполовину пуст или наполовину полный. Ну, ладно, да, каковы, ну, конкретные итоги? Ну, да, самое главное, конечно, да, хотелось бы сказать по итогам 9 сентября. Наверное, все, кто следит за политикой, увидели, что в этом году, 9 сентября, участвуя в выборах в законодательное собрание, ну и в другие органы власти, в первую очередь мы, конечно же, смотрим за законодательным собранием регионов, мы вошли в 5 законодательных собраний, то есть преодолели 5% барьер, и сейчас у нас есть представители в Волгоградской области, прошу прощения, в Ульяновской области, в Ростовской области, в Республике Хакасия, в Ненецком автономном округе и в Ярославской области. Ну, в общем и целом, это говорит о том, что электорат, на который вы опираетесь, он расширяется, да? Да, то есть так уже получается, говорить о том, что, как нас всегда пытаются там представить какой-то партии спойлером, сейчас уже это, мы уже обсуждали неоднократно, да, уже это сложно, потому что уже у людей есть ассоциации, в чем разница, какие партии. То есть у нас уже давно там приставка «это молодые коммунисты» и так далее, партия. То есть люди уже идут голосовать именно за нас. То есть уже количество людей за нас голосующих с каждым годом растет, и люди видят, что мы не только говорим, но делаем реальные дела какие-то, ну, в смысле, везде разные. То есть вот у нас, например, в Кировской области, это у нас тоже там детский лагерь, который у нас каждый год расширяется. Я уже, наверное, тоже неоднократно рассказывал. Ну, давайте напомним, где находится он. Да. Лагерь находится в деревне Зониха. Слободской район, да. То есть он у нас практически в этом году увеличился в 2 раза и по площади, и по объему, сколько мы можем принимать детей. Поэтому тут как бы есть рост, и именно рост, я имею в виду, и политический, и политической точки зрения. Мы, например, стараемся, как и в других регионах, тоже участвовать во многих социальных проектах. Сам даже вот, так как занимаюсь в Кирове, в первую очередь, ну не в первую очередь, а в том числе и лагерем, побывал в лагерях Ульяновской области, посмотрел. Ну и, так сказать, по своему предыдущему роду деятельности заметил интересный момент. То есть у них будет скоро юбилей со дня рождения Ленина. Будут в апреле. Ой. Ну, это будет в 2020 году. Да. Через год. В 1870 да, году родился. Владимир Ильич. Вот. И к этому времени там планируется провести ремонт мемориального центра Ульяновской области, который в том числе строили и студенческие отряды. Поэтому, когда там обсуждали вопрос по каким-то мероприятиям, наше предложение было от нашей партии, это участие студенческих отрядов страны в ремонте данного мемориала. То есть это послужит и чтобы ребята знали,
работая над данным мемориалом, что, кто был такой Ленин, потому что это очень хороший там комплекс, сам в нем побывал, посмотрел, то есть, ну, грандиозное сооружение, которое было сделано в советские годы. Там на родине Владимира Ильича, в бывшем городе Симбирске, там, пока речи не идет о том, чтобы избавляться от этого мемориала и так далее. Там наоборот, все нормально, люди наоборот, там, уважительно относятся к этим вещам? Да, конечно, люди уважительно относятся. Ну, всегда бывают и противники, и сторонники, но, по крайней мере, считаю, что там вопрос, как я видел, вопрос о переименовании не стоит, ни города, ни относит, тем более, мемориала. Ну, конечно, есть какие-то нехорошие моменты, которые мне самому лично не понравились. Там проходит в этом же мемориале выставка, посвященная Николаю II. Ну, как бы это никак не... На противоположной части веса. Да. То есть это нас немножко покоробило, мы тоже против этого выступали. И поэтому вот, моменты разные. Другие регионы тоже знакомство с ними, знакомство с их ситуацией. Ну, тем более у нас все-таки через 2.5 года уже и наши выборы в законодательное собрание Кировской области предстоят. Ох, вы уже об этом думаете? Конечно, уже готовимся. Столько много еще времени. Да. Потихонечку начинаем подготовку к данным выборам. Хорошо, давайте поговорим поподробнее о делах здесь, у нас, в Кирове, в Кировской области. Ну, вот в частности, да, на прошлой неделе было пленарное заседание городской думы. Александр Востриков, зампредседателя, призвал депутатов активизировать работу по наказам избирателей. В следующем году было напоминание, на этой цели будет выделено на по 2 миллиона рублей на каждый округ. В чем заключается ваша теперешняя работа по наказам избирателей, в том числе какие проекты были осуществлены за последнее время, и вот какие планы на ближайшее время, хотя бы до Нового года? Ваши будни, в общем, интересуют. Потому что жалуются люди зачастую, что не знают, чем занимаются конкретно депутаты нашего городского парламента, как до них достучаться, где их найти и какие просьбы, собственно, можно им адресовать. Ну, если найти, например, меня, то кто владеет интернетом, не так сложно. У меня на сайте партии Коммунистов России, как первого секретаря, есть даже мобильный телефон, поэтому на меня можно всегда дозвониться, найти меня, забив в поисковике. Я думаю, что многие поисковики выдадут мой мобильный телефон, не только офисный. Это к вопросу о том, как найти... Как найти контакты, да. А дела? Контакты. Дела? Дела. Депутатские наказы – это очень интересно. Вещь, которая есть практически только в Кировской области, по крайней мере в Ульяновской я этого не видел, именно определенные суммы, которые распределяются самими депутатами. У нас в текущем году и до этого было по 700 тысяч на депутата. В прошлом году мы решили, что деньги, которые в этом году, в 2018 году, все пойдут на благоустройство по округам. Дворовое благоустройство, насколько помню. Не обязательно дворовые, то есть школы, садики, то есть вот именно муниципальные объекты, которые... Благоустройство во дворе, да, конечно. Не, ну, это, мне казалось, не там как раз привязывали к программе формирования комфортной городской среды, и сумма была еще увеличена в этом году, которая пойдет на реализацию депутатов, наказов избирателей. Ну, это именно на благоустройство по данному округу, то есть это не включает... Единственное, что туда не входит земля, которая относится к областной собственности, то есть наша задача муниципальную собственность... По наказам избирателей, конечно, в первую очередь прислушаемся к избирателям, что необходимо им, какие вопросы, что сделать, отремонтировать, где-то помочь там, с ППМИ, где-то еще по дворовым территориям, ну, даже там тривиально там, сделать какую-то горку, что-то еще такое небольшое. Деньги уже распределены на следующий год? Вот сейчас ну, уже практически, бесполезно обращаться к вам? Или есть бесполезно, там всегда есть место для маневра. Тем более я могу сказать, что я пока выбрал 4 объекта, которые на... Так как я относился к 16-му участку, когда распределяли, что к какому участку будут относиться, многие депутаты, конечно, говорили, что раз мы списочники, мы должны относиться ко всему городу, но все равно было принято решение, что мы все-таки распределяем, чтобы концентрироваться на участках. Так, озвучьте, пожалуйста, эти объекты. И участок 16-й это район... 16-й это район между как раз вот Театральной площадью, между улицами Карла Маркса, и туда подальше, по-моему, до Казанского идет вот такая территория. Так. И... В общем, это Первомайский район. Первомайский район. И на юг, ну, то есть на юг это где-то примерно до улицы Милицейская, даже нет, немножко подальше, там следующая, ну, точно там, или там до Блюхера. Ну, хорошо. Это вот примерно ясно, потому что граница такая своеобразная, очерчена. Так, и какие объекты вы взяли под особый контроль? Я, в первую очередь, социальные, потому что это прошелся по школам, по детским садам, посмотрел, что у нас там очень плохо с благоустройством, поэтому
три школы и детский садик. Так что, по крайней мере, пока вот я большую часть денег распределил, оставил небольшой остаточек, который будет. Либо я их добавлю на данные объекты, потому что почему и вопрос был поднят, что сейчас необходимо, учитывая опыт текущего года, для того, чтобы сделать ремонт на данных объектах, ну, на любых объектах, нам необходимо сначала это осметить, подготовить какой-то, ну, не проект, но хотя бы смету, документацию на данный. Чтобы понимать, что конкретно нужно сделать и что для этого понадобится. Произвести торги, и уже после этого, кто выиграет торги, а на некоторых даже никто не участвовал в двух-трех торгах, то есть приходилось там разбивать наводы, то есть это достаточно долгий, и мы опять ушли в этом году в зиму. То есть пока вот это все подготовили, пока проторговали, это уже осень, и какие-то объекты сейчас заканчивают. То есть это не совсем хорошо, точнее, это очень нехорошо. Почему и вопрос был поставлен, правильно, 100% согласен с ним, что нам необходимо сейчас до Нового года определиться с объектами, осметить, весной провести торги, и уже к лету приступить. Я вот точно так же планирую и уже со своими студенческими отрядами разговаривал, чтобы нам поучаствовать в благоустройстве и города вместе со студенческими отрядами. Поэтому я думаю, что мы здесь по каким-то небольшим даже эскизы подготовить. Тут уже с нашим Рязанским государственным университетом тоже проводим переговоры о том, чтобы сделать какую-то эскизную базу, чтобы и жители видели, что мы там, не только смета, что там вот имитировать, но хотя бы какой-то вариант. Да, и это доведено до конца. А что именно там речь, о каком ремонте идет? Территория? Благоустройство. То есть какие-то объекты, вот, где-то замена, дорожку, где-то, дорожка. Где-то тротуар, где-то какую-то клумбу, где-то что-то еще. То есть, ну, вот такие виды работы. Ну, вы же понимаете, да, что в реальности объектов, которые требуют такого ухода и помощи, внимания, их намного больше. Конечно. Почему именно 4 этих вот вы выбрали? Вопрос. Жаждущих получить вашу поддержку, я думаю, немало. Ну, в первую очередь, потому что если, например, смотреть по дворовым территориям, у нас есть программа по ПМИ. Я считаю, что... В том числе, да, по ПМИ. Есть еще малые гранты. Да, малые гранты. Жителям собраться и там скинуться по какой-то небольшой сумме и получить в 10 раз больше от государства и сделать этот ремонт. Я думаю, что инициативные группы должны находиться и не находятся. И где вот это хорошо, где люди есть активные, там они это ремонтируют. А в школах, в которых у нас не хватает денег на ремонт, и я понимаю, что у всех сразу вопрос, у нас крыша течет, у нас там окна плохие, но пока мы приняли вопрос о том, что мы только делаем благоустройство, поэтому мы вели разговор, что давайте хотя бы вам там в детском садике пару веранд, где вот детям негде даже вот играть. То есть мы смотрим в таких плачевных состояниях, поэтому это же все-таки наши будущие дети. Что это? Ну, безусловно. Послезавтра наступает календарная зима. До Нового года у вас запланированы под вашей эгидой какие-то мероприятия, встречи, у нас пока решение проблем? Нет, мы пока только между собой, то есть мы сейчас активно... Может быть, людей поведете, не знаю, мы сейчас... протестовать против чего-нибудь? Мы сейчас больше активно занимаемся строительством структуры партии, увеличением численности. Сейчас активно... Внутренняя такая работа? Да, внутренняя работа, потому что надо этим заниматься, а то мы всегда с какими-то мероприятиями и прочими не успеваем заниматься самым главным, то есть именно формированием партийных рядов. Рядов, активов и так далее. Так, время у нас небольшой паузы подошло. Напомню, что это особое мнение Николая Барсукова, депутата Кировской гордумы, руководителя регионального отделения политической партии «Коммунисты России». Собственно, фракция в лице Николая представлена в нашем городском парламенте. Продолжим через полминуты. Продолжаем разговор с Николаем Барсуковым. Николай, ваш коллега по Гордуме Дмитрий Никулин, с вашей подачи, больше не председатель комиссии Гордумы по местному самоуправлению, но, по крайней мере, СМИ писали, что именно вы вопрос этот подняли. Это действительно, это соответствует действительности, что вы подняли? Ну, учитывая этот вопрос, то Дмитрий Георгиевич не посещает заседание комиссии, с чего это он должен возглавлять тогда ее? Давайте решать вопрос о смене. Если говорить изначально, то этот вопрос мы обсуждали на Совете Думы. Всего депутатов, которые входят в нашу комиссию, всего 4. Поэтому комиссия по депутатской местному этике, самоуправлению, депутатской этике, понятно. Регламенту. Поэтому, так сказать, я взял на себя такую ответственность. Вынести, так сказать, да? Да. На подумать. Ну, да. И подумали. На прошлом заседании вопрос был принят. Кто сейчас комиссию возглавит, еще раз напомните? Юрий Львович Шлеменцов. Вы уверены, что под руководством Шлеменцова будет эффективнее комиссия работать? Ну, по крайней мере, он был практически на всех заседаниях. Я даже не помню, на каком заседании его не было. Ну, практически там больше 50% заседания вел он, так как он был заместитель руководителя комиссии. Поэтому... А почему свою кандидатуру не предложили?
Почему бы нет? Я являюсь секретарем, и честно скажу, что я тоже не такой большой прогульщик, но тоже бывают моменты, когда по делам партии приходится выезжать в другие регионы. И то есть вы не уверены, что заявив свою кандидатуру, да, и потом точно так же скажу, что Николай Барсуков, извините, тоже не справился с данной обязанностью. Поэтому человек, который готов работать и готов именно участвовать и руководить данной комиссией, должен получать эту информацию. Хорошо, давайте дальше по событиям пройдемся, событиям последних дней. Ваш комментарий хочется услышать. Позавчера в нашем городе состоялся все-таки долгожданный визит руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. Много недель его ждали на торжественное открытие легкоатлетического манежа в Вересниках, потому что, напомню, на средства «Газпрома» строился этот объект. Глава Кировской администрации, при встрече с руководителями города и области была высказана уверенность «Газпрома» профинансировать в следующем году и строительство 25-метрового бассейна там же, в Вересниках. Про газификацию было сказано очень много. Объемы финансирования «Газпрома» на наш регион увеличится в 3 с лишним раза. Ну, все об этом читали, все это видели и слышали. Вообще, хочется услышать в целом вашу оценку превращения Вересников в такую спортивную жемчужину региона. Ну, это все в рамках празднования 650-летия областного центра. Попозже этой темы чуть подробнее коснемся, но вот Вересники, ну, безусловно, в курсе этих планов. Ну да. Мы когда обсуждали эту тему, для иллюстрации звонили слушатели, говорили, что они не согласны с тем, что вот Вересники у нас отгрохают в спортивном смысле, и придется ездить именно туда. Ну там, конечно, было большое уточнение, что согласно планам подготовки к 650-летию, все-таки у нас в каждом районе, рядом с местом жительства, да, человек, который хочет заниматься спортом, должны появиться доступные спортивные объекты. Но сейчас речь не об этом, а о Вересниках. Как вам? Ну, я считаю, такие что перспективы? Выбор достаточно неплохой. Почему? Потому что все-таки это и, ну, не совсем центр, но ближе к центру города. Если рассматривать какие-то дальние места, где у нас есть площадки под строительство, все-таки это будет, я считаю, и дальше. Но и тут здесь хорошее место, то есть берег реки Вятки, там же он будет точно так же благоустроен. И здесь при приеме каких-то делегаций из других регионов мы можем показать город точно так же, вот, памятуя другие регионы, в которых бывал тот же там Ульяновск. Там у них очень хорошо тоже набережные сделаны, и много объектов находится близко на высокой части города, и откуда открывается вид на Волгу. То есть поэтому я считаю, что здесь место выбрано неплохое. В общем, вы за то, чтобы Вересники развивались именно в этом направлении. Да, ну также ведь можно про любое место сказать, какое бы мы ни показали, ни ткнули пальцем и сказали, что давайте здесь построим, найдутся всегда те, кто за, и те, кто против, потому что всегда скажут, что мне либо ездить далеко, либо здесь не тот район, либо как-то. Ну, а в целом работы лом, что называется. Да, то есть я думаю, что какой это... не возьми микрорайончик областного центра, его можно развивать и развивать, и приводить в соответствие там, с современными урбанистическими тенденциями и так далее. Тем более, что если там будет вся инфраструктура построена, то это только хвала, потому что у нас такая часть города находится именно в таком ужасном состоянии, в котором сейчас у нас находится, все мы прекрасно знаем. Хорошо, предлагаю сейчас дорожную ситуацию в областном центре и рядом с ним обсудить какие-то ужасные новости по линии ГИБДД. Приходят в последние дни, я имею в виду статистику ДТП, смертельных ДТП. Практически у нас сейчас каждый день наезды на пешеходов. Накануне была ужасная авария на Советском тракте, погибли двое людей. Ну и, конечно же, трагедия безумная 24 ноября в субботу на улице Московской. Погибла 10-летняя девочка. Глава Кировской администрации Илья Шульгин потребовал жестко отреагировать на это происшествие. Он сказал о том, что нам нужно провести месячник тотального дорожного контроля. Что это такое? Как может выглядеть, на ваш взгляд, этот месячник? Либо надо какую-то другую, более глубокую и планомерную работу осуществлять, которая не будет иметь временные границы, временных рамок. Я вот слышал, как... Вы тоже автомобилист, естественно. Да, я, конечно, тоже автомобилист. С этой точки зрения интересуюсь. С точки зрения того, что сейчас мы все привыкли к быстрой езде летом, еще не перестроились достаточно хорошо. Я понимаю, что сейчас вот едешь на дороге, и все равно возникают всякие опасные моменты, когда машины где-то недостаточно быстро успевают остановиться. Практически каждый день вижу, проезжаю какие-то аварии у нас в городе. То есть это как бы, ну, это естественный фактор осенний, как раз вот этого первого наступления снега. Переходного периода. Я думаю, что люди втянутся. Но, конечно, этот случай трагедии, который произошел у нас, я считаю, что это вопиющее. Вот, учитывая опыт, например, там, Казахстана, да, где ввели
очень гигантские штрафы, и после второго раза, когда тебе попадаешься нетрезво за рулем, я имею в виду вот как раз про пьянство за рулем, сам считаю, что это очень, ну, это просто за неприемлемое. Это садить. Да, это неприемлемо. То есть, если у человека есть на что выпить, и он за рулем, то можно вызвать такси. Сейчас у нас такси по городу не так дорого, не подвергать жизнь. Не свою, но в первую очередь не подвигает жизнь пешеходов и других людей, и других участников движения. То есть свою, если человек к ней относится прохладно, то это его личное дело, а других участников движения это все-таки... В общем, вы подвигает. За очень жесткое наказание, да, за очень жесткое наказание. Управление в нетрезвом виде. Да, вплоть до того, что я считаю, что... Ну, все равно даже первый раз попадание – это уже неприемлемый факт, потому что человек уже, значит, что он халатно относится к жизни других людей. Сейчас на уровне правительства страны, на уровне Госдумы идут как раз разговоры о том, чтобы приравнять случаи, когда нетрезвый шофер наезжает на пешехода, либо сталкивается с другой машиной и погибают люди, приравнять это к умышленному убийству. Вы согласны? Да, согласен. Да. Кстати, пример Казахстана вы привели там несколько назад, дорожную полицию ликвидировали. Сейчас там любой полицейский имеет право, да, собственно, следить, контролировать ситуацию на дороге. Да. Но я считаю, что все равно надо с этим вопросом ужесточать, бороться. Люди у нас почему-то привыкли. Многие ездят. Ну а что касается тотального контроля, как реализовать, учитывая то, что сотрудников ГИБДД в последнее время стало меньше? И путешествуя по городу, по области, ты редко когда сталкиваешься, можешь прекрасно понимать, о чем я говорю, да? Какого рода контроль может поспособствовать для кардинального улучшения ситуации? Ну, здесь какие факты? Хорошо, вы сказали, наказание да, в первую очередь наказание, да. А дальше, ну, увеличивать численность, это тоже как бы не от нас, от города не зависит. Я думаю, численность что, кого? Дорожных полицейских, да, ГИБДД. Я думаю, что тут надо продумать какой-то комплексный подход, я сразу не готов предложить какие-то такие серьезные шаги, кроме ужесточения. Ну, как одно, самоответственности граждан. Как одно из мер, да, в рамках, да, какого-то комплекса. Да, и очень, конечно, хочется выразить надежду на то, что в преддверии праздников, которые ждут очень многие из нас, как-то вот одумаются все участники дорожного движения и будут вести себя более внимательно по отношению друг к другу, чтобы эти самые праздники не были омрачены трагедиями и прочими нехорошими вестями. Так, мы сейчас прерываемся на небольшую рекламу. Николай Барсуков, депутат Кировской городской думы, руководитель регионального отделения политической партии «Коммунисты России». Продолжение беседы еще ровно через полминуты. Через полторы минуты. Продолжается наша беседа с Николаем Барсуковым, депутатом Кировской городской думы, руководителем регионального отделения политической партии «Коммунисты России». Давайте проблему нехватки мест в детских садах. Сейчас ее коснемся. 25 ноября в нашем городе, в воскресенье, прошел очередной митинг, на котором была поднята эта тема, несмотря на то, что у нас до конца года сдаются 6 новых детских садов в Кирове, активные мамы все-таки переживают за то, что их дети не смогут вовремя попасть в детский садик, и вот они заявили о своем желании получать компенсацию за непосещение детских садов. Ну, надо еще заметить, справедливости ради, что еще 4 новых детских сада, их строительство запланировано у нас в 2019 году. Вот такие заявления, такое активное отстаивание позиции, оно вам симпатично? Ну, я согласен с тем, да, что надо отстаивать, да, свои позиции, отстаивать позиции всем гражданам. Тут же опять вопрос возникает, у нас проходят постоянно выборы, кого мы выбираем, кто может и так далее. Кто-то что-то меняет ситуацию в стране, или она такая же остается. Хотя по поводу строительства детских садов я хочу сказать, что все-таки 6 детских садов такого у нас давно не было построено в городе. 1500 мест, да, было анонсировано. Это достаточно хороший шаг. И если будем двигаться такими темпами, то, я думаю, вопрос решим. Но мы же все прекрасно помним, что в 90-х годах сколько у нас детских садиков было отдано частным структурам, разным... Ну, распроданы. Организации распроданы. Просто, да, и муниципальной собственности. Никто за этим не следил, никому это не надо было. Мы понимаем, что там был как раз падение рождаемости и так далее, но все равно ведь у нас уже давно вопрос назревал в городе. Угу. Надо было давно его поднимать. Ну, я все равно считаю, что этот вопрос хорошо, что он поднимается, но и он решается точно так же. Но у вас есть уверенность в том, что эта проблема сойдет на нет? Конечно. В ближайшее время.
Конечно, я думаю, что эта проблема сойдет на нет, но я согласен с тем, что все равно надо ее поднимать и надо проводить мероприятия, такие как митинги, все равно, так сказать, показывать, что мы не противники данной проблемы, что, что мы что люди что не мы согласились, да, что люди не дремлют, за властью, что наши... мы, так сказать, участвуем в формировании своего общества. И это необходимо делать, потому что тоже с этой проблемой столкнулся, ко мне подходили избиратели, тоже просили помочь с вопросами устройства в детские сады, и я вот тоже не смог. Не смогли ничем помочь. Да, то есть обошел... Люди хотели как-то по блату через депутата, возможно, решить. По блату, не по блату. Ну, так народе просто называется. Да, не столько по блату, сколько... Ну, через более влиятельное. Да, через более влиятельное. То есть люди писали и до президента, и по всем инстанциям проходились. Mm-hmm. Ну, так сказать. Ну, а что касается вот требований-то этого, компенсации за непосещение детского сада, вы считаете это разумное предложение? Я напомню, я уточню, что компенсация в размере 2500 рублей минус 13% в областном центре существует, но она рассчитана только на малообеспеченные семьи. Как насчет, чтобы она на всех распространялась? Если, ну, если ребенок не посещает с полутора до трех. Быть популистом, скажу, конечно, да, но я прекрасно знаю, если что популист. Если знать кухню изнутри, то я прекрасно понимаю, что денег у нас на это нет, ни в городе, ни в области. Ну, не знаю, вот если рассматривать с точки зрения, например, некоторых наших чиновников, да, там, например, давайте возьмем там, рассмотрим вопрос странного такого чиновника, как уполномоченный по правам детей, который получает... Вопрос странного чиновника? Ну, я думаю, что если учесть, странность? Сколько мы тратим на нужды данного чиновника, я имею в виду на него, на аппарат его и так далее... Но то это региональный бюджет, это региональный бюджет, но все равно это же наш областной бюджет. Угу. А, то есть, хотя городской власти отношусь, но городской думе. Эти деньги можно было бы очень неплохую сумму вырисовывать. Я, честно говоря, не представляю, сколько там денег. Ну, там, может, озвучить? 4-5 миллионов в год. Ну, 4-5 миллионов то есть это рублей в год, да? То есть это, на вот, работу этого аппарата. Да, на работу всего этого аппарата, плюс чиновник с зарплатой более 100 тысяч рублей, который, по крайней мере, несколько занимался, не знаю, какими делами, но инициировал против нашего лагеря несколько судебных дел, которые мы выиграли благополучно, потому что это было УФАС направлено по прошлогодней смене. Я считаю, что это было просто как-то неконструктивно с его точки зрения. То есть люди занимались за бюджетные деньги, занимались тем, что пытались создать проблемы социально ориентированной НКО, которые занимаются детьми. То есть я считаю, что это как раз неконструктивная деятельность данного чиновника. Плюс точно так же представители ФАС во втором арбитражном суде они даже пытались доказать вещи, которые, ну, то есть ввести в суд заблуждения, которых не было. То есть я считаю, что это никак не красит наших чиновников. Ну, все сейчас прекрасно понимают, о ком мы говорим. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Но давайте все-таки разделим, Николай. Это сейчас вот желание... каким-то образом отомстить за конкретное... Почему отомстить? Либо изначально какая-то вот, какое-то сомнение в целесообразности существования такого института, как уполномоченный детский омбудсмен. Конечно, омбудсмен. Нет, я не против лично него, я просто против вообще данной структуры. Я не против как личности, я не против как чего-то еще, но я вот рассматривая, чем они конкретно занимаются, данный чиновник, то есть он постоянно дублирует все контрольные органы, то есть там занимается контролем контрольных органов. То есть, по идее, я считаю, что если у нас есть такой чиновник, то он должен помогать именно детям. То есть не там, проверять там, годность сырков в холодильнике детского оздоровительного лагеря, а должен заниматься тем, что какие-то помогать там, из федерального бюджета выбивать какие-то деньги на то, чтобы больше детей отдохнуло в лагере. Или какими-то дополнительными искать спонсоров на данные процессы. То есть я считаю, что как бы его задача должна, наоборот, создать не какую-то контролирующую, которую все боятся, и которая считает, что этот орган непонятно откуда взявшийся и зачем он нужен, а именно помочь детям. Ваше предложение, именно такое предложение где-то звучало уже? Нет, это я просто... Просто почему бы не поставить региональную власть в известность, что у вас вот именно такая позиция на
мой взгляд, абсолютно все вопросы обсуждаемы. Почему бы не... Ну, эта позиция сложилась буквально в текущем году, потому что, понимаете, было столько направлено против нас писем, и столько против нас было отрицательной энергии в СМИ, благодаря началу данного чиновника, что если опять же вернуться к нашему лагерю, мы в этом году практически вышли на новый уровень. Мы сейчас делаем именно комнаты для детей, в которых есть туалет и душ. То есть этого у нас в области ни в каких лагерях практически нет. То есть мы делаем очень качественный ремонт, вкладываем большие деньги. То есть благодаря там и Москве, благодаря каким-то еще спонсорам, ну я имею в виду Москве, нашей партии, то есть мы развиваем очень качественный лагерь. И я планирую, что мы все-таки станем лучшим лагерем в области. И я думаю, что это уже не за горами. И поэтому именно создавать нам какие-то помехи, создавать ситуации, в которых мы должны оправдываться, и именно оправдываться с той точки зрения, что мы, я не знаю, как будто вредим детям. И потом, почему опять же тему затронул, что выступление это было у вас на радио, и как бы я его слышал, и о том, что лагерь Гагарин, будем еще судиться и так далее. То есть в адрес я услышал много нелестных слов. Ну, так или иначе, вы сказали о том, что да, конкретно к человеку не имеете претензий. Действительно, не таите. Ну, я уверен, что любые вопросы решаемы. Нужно просто садиться за стол переговоров и глядя друг другу в глаза, обо всем открыто разговаривать. Еще точно так же сказать, что вот, например, у нас имеются документы, наши заключения по проведению нашей первой смены, которые точно так же было озвучено, что они были не готовы. Нам за месяц сказали, что, ребята, вы не откроетесь. Смена у нас должна была начаться 5 июня. Первая смена, да? Первая смена должна была начаться 5 июня. И мы должны были получить все разрешительные документы до первой смены. Но если мы на основе чего нам не выдали разрешение, то в первую очередь медицинская лицензия. Я вот хочу предоставить... Николай сейчас держит в руках. Да, что да, медицинская лицензия выдана от 6 июня. Минздрав Кировской области 6 июня, да. То есть это разве факт того, что мы не были готовы? То есть у нас были все документы поданы за неделю до того, как нам выдали, то есть вот росчерк пера. Он стоил того, чтобы дети поехали в другой лагерь. То есть я перенес, она была там не 20-м, не 30-м числом выдана, а именно была на следующий день после того, как должна была начаться смена. То есть это говорит о том, что, ну, я не знаю о чем. То есть если точно говорить, что это нужно заниматься не мы, но как бы, это почему-то мне вот эта ситуация не очень нравится. Ну, точка-то поставлена или все-таки не поставлена еще? В этой истории? В конкретных вот этих? В конкретных нет. То есть мы, честно скажу, занимаемся, в первую очередь, выздоровлением детей, а не выяснением каких-то отношений. Ну, просто, понимаете, иногда нагорает, иногда хочется высказать свое мнение, сказать. Ну, понимаю. Мы... На то она и программа, на то мы вас пригласили. Мы... Если ей что сказать, говорите, безусловно. Вот. Поэтому и хотелось бы сказать, что вот у нас такая ситуация и сложилась. И поэтому вопрос о том, что насколько мы были готовы, и готовы ли мы были, и обманывали ли мы людей, когда продавали путевки. Это говорит о том, что у нас было все готово еще за достаточно большой срок до начала. Вот, кстати, по поводу 650-летия, да, города, которое в любом случае будет в 2024 году, я сейчас просто поймал себя на мысли, это мы говорили уже неоднократно, и Вятку-то углублять, и Вересники строить, и концертный зал строить. А вот какое-то отдельное направление по поводу молодого поколения, да, нынешних детей, наших детей, которые все равно будут жить. Вот что-то для них такое. Может быть, сейчас что-нибудь сгенерируем, Николай? Вот, как, вот что-то такое клевое именно для теперешних детей. Вот что бы такое, ну, у меня всегда через 6 лет сделать? Я ветеран студенческих отрядов, уже ветеран, я считаю, то это объявить какую-нибудь хорошую стройку, большую. Именно стройки у нас, конечно, здесь объявлены много, но привлечь туда именно молодежь. Студенческие отряды, я об этом всегда говорил, о том, что тем самым мы отдадим заказ там не каким-то гастарбайтерам, которые придут работать, а именно молодежи, студентов. Сами ребята своими руками, да? Они получат опыт, то есть дать им какой-то, ну, вот как у нас были в советские годы объекты, та же диорама строилась, дворец пионеров. 77-й. 78-й. Да. То есть это же были студенческими отрядами, то есть им тогда доверяли подобные виды работы. Я понимаю, что сейчас все говорят, строители, надо качественную отделку, надо все это на уровне того, чтобы это было все идеально. Но простите, все... откаты надо. Ну, это уже студентов, наверное, не получишь. Это уже основной вопрос. Да. А учитывая, что
для там, студентов, и, ну, я не говорю, что им, конечно, меньше заплатить, но, по крайней мере, там где-то каких-то накладных расходов можно на содержание меньше. То есть у нас же в стройке всегда идет. Есть фонд оплаты труда, есть накладные расходы, есть плановая прибыль. То есть, причем не самая большая из них – это фонд оплаты труда. Поэтому какие-то там плановое накопление, то бишь прибыль, можно и подурезать, участвуя, где участвуют студенты. То есть, поэтому здесь вопрос достаточно своеобразный. Я бы считал, что это было бы неплохо именно к юбилею объявить там всероссийскую стройку и пригласить студентов. Пусть они приедут со всей страны, но, по крайней мере, это была бы такая глобальная стройка в нашей Кировской области. Замечательная идея. Слушайте, я поддержу. Давайте сейчас обратимся к региональной, городской власти, уважаемые нашего руководителя. Дайте возможность молодежи самим поработать на объекте или на объектах, строительство которых будет приурочено к 650-летию. Да в тех же Верстниках. Да. Да, какой-то спортивный объект. То есть, вот, смотрите, просто я понимаю, что мы уже практически заканчиваем. Да, несколько секунд у нас. Да, несколько секунд. Когда было, студенческие отряды участвовали в сочинской стройке, и там было где-то порядка 1000 студентов со всей страны. Но всего-то и там работали. Да, конечно, были, мы участвовали, ну, в, да, я помню. Но всего-то там работало десятки тысяч работников. То есть это не было стройкой студенческой, просто было участие там на космодроме. А именно, то есть там, понимаю, ответственные крупные объекты. А здесь у нас в городе можно какой-то объект выделить для таких, вот такого проекта. И это было бы, я не знаю. Отличное предложение, я считаю. Спасибо большое. Завершается на этом время нашей беседы. Николай Барсуков, депутат Кировской городской думы, руководитель регионального отделения политической партии «Коммунисты России». Всего доброго. Всего доброго. До свидания.